Итак, это велосипед, который называется Strida 5. Вот в сложенном виде он выглядит примерно вот так. Его можно возить в качестве передвижного такого девайса, чтобы потом разложить, и носить, вот, держать за эту руку. Вот это болтаются ручки, которые на самом деле не должны, наверное, болтаться, но я еще не очень знаю, правильно ли это сложено. Итак, быстренько раскладываем велосипед. Так, быстренько. Вот эти два колеса, они склеены между собой сейчас магнитом. Вот так вот разбираем. Вот мы разодрали. Так. Где здесь вниз? А, вот. Опять склеились. Ничего. О. И вот тут на специальный штырь мы надеваем вот так вот. Оп, раму. Она автоматически фиксируется и сразу же блокируется. Педали. Педали вот так вот раскрываются. Вот так вот. Теперь руль расщелкивается. Здесь такие специальные пазики, кнопочки. А! Так, это я на время пытаюсь. О, и зафиксировалось. И вот у нас готовый велосипед, который можно поставить. Вот на такую ножку, смотри. А ездить на нем вот так. Сейчас я попробую отъехать. Итак, Strida 5. Счастливый обладатель. А, еще специальные вот такие вот петельки прикрывают для переноски тормоз. Тормоза здесь дисковые, передние и задние, соответственно. Вот теперь полностью готово. Можно ехать. Ура!